та глина, которую мы полностью роем в земле, и они еще обмазаны пчелиным воском внутри. И самое главное, мы используем только грузинский виноград, я имею в виду наш дом, да, слезы фазанов. И грузинские, у нас их около 500 сортов эндемических, они растут только в Грузии. Некоторые из них очень редкие. Первое вино, то, что я хочу вам дать попробовать, это называется, сорт винограда называется мцвани. Это манавская мцвани. Это кахетинский сорт, который растет только вот в одной деревне, манаве. Это очень важно тоже. И настоящий кахетинский вкус, это такой вкус, цвет на легкий янтарь. First wine will be Mtsvane, Manav Mtsvane. Our wine's name comes from the grape's name, because in Georgia, traditionally, we have like single, monowine wine. And that's impossible, of course. But we are naturally looking for the main thing. I think it likes everything. So, Manav is very good. They are local. We grow in this one village, Manav. And we usually get it sent to us. I'm not sure. Specific, it's a different. Thank you.